Привет, друзья! С вами Серафим. Мы продолжаем проходить игру Alien Isolation. И давайте все-таки найдем эту спасательную шлюпу, которую для нас заказали. Ну как спасательную? Воссоединительную, я бы ее так охарактеризовал. Так, нам вечно кто-то возле нас шарится. Нам теперь много всего надо пройти. Там еще и андроид. Как всегда, неадекват. Ну, надо как-то мимо него, что ли. А мы тут и не выйдем. Нам резаката у нас нет. Да, я так понял, нам опять куча посторонних звуков. Подождите, что это? Мы тут не были. Наверное, мы в процессе каких-то Так что это было? Так, очистка воздуха, освещение. Это все пусть будет. Ретранслятор. Приемная. Что оно не работает, ну ладно. Давайте попробуем освещение убрать. Нет, не хочет. Ну, тогда обратно. Кто-то только что, девушка это звала на помощь, но мы да. Она на инженерной палубе. Приемная. Откуда ж? Мы ж не знаем, где инженерная палуба. Давайте зайдем в терминал. Журналы звонков. Входящие. Что там происходит? Я жду звонка и Аполло. Перед рецепцией, пожалуйста, ждите. Аполло, мой андроид. Так, мой андроид странно себя ведет. Он не реагирует на команды и перед рецепцией, пожалуйста, ждите. Помогите мне выйти из дома за дверью андроид. Он. Ага. После полудня. Со службы бизнеса. У меня в магазине грабитель. Я. Угу. Его убили, это хреново, но его убил. И она еще там. Угу. Так.
Хорошо. То есть они до полудня взбесились андроиды, а после полудня к ним на борт попал, вернее, дал о себе знать чужой. Так, что же нам делать? Давайте попробуем здесь пройти. Патронов, как всегда, мало, и они малоэффективны. Куда-то мы тут забрели. Ну, давайте осмотрим. Может, это и есть наш секретный путь. Спасительный. Главное не встретить здесь морду чужого. Где-то здесь мы уже были. Так, ну тут этот закрыт, по-моему, место. Давайте пробуем дойти. Так, это закрыт. Да, закрыт, к сожалению. Да ё-моё. То, что ты будешь делать? Не поймут, что они хотят. Нам прятаться или галопом бежать. Я думаю, пока будем потихонечку идти. Мы там, кстати, не сохранились. Он смотрит. Да. Он сюда идет. Лучше сюда залезть. Они аж по двое уже. Так, то есть андроиды с красными глазами, скорее всего, дружить не будут. Так, как же тебя пройти, а? Давайте попробуем. Здесь вы... Ух ты, ё-моё. Он засранцы, они ж везде. Что она глючит?
этот парень тут все не угомонится. Так, о, вроде разошлись. Нет. Ну что ж такое? Ну это явно мне не нравится. Залазим, залазим. Что прибор глючит. Затруднительное положение, такие моменты. Он прямо здесь стоит. Посмотрите, сколько их. Они, наверное, сговорились. О, я думаю, сейчас не выдержит терпение, просто начнем бежать со всех ног. Бежать, куда бежать? Так, там кто-то далеко. Ух ты. Может, так и надо, чтобы он подошел. Переглючит. А сейчас. Так, надо. Мы вроде на верном пути. То есть мы его к себе приманили. А этого как пройти? Туда нам никак.
Сейчас замедлит. Ну. Вот буквально за него пробежать. Так, если мы в ту комнату, там, не знаю, просто если их будет много, то, чувствую, нам наваляют. Так пошел вон. Так, окон уже. Куда нам? Фух. Не, ну явно тут только текать. Иначе я не знаю. Хоть чайком немножко травяным успокоиться, а то совсем нервы портят. Сейчас такое будет в комнате облако нервов. Так, ну тут... Так, вот этот лифт. А, фойе. А, мы тут когда-то были. Вот оно, сохранение. Нам надо... Прямо направо, как-то понятно. Любитель побегать. Угу. Прямо над нами. Здесь это где-то спустится сто пудов. Куда-то он пошел. Тут непонятно, лучше бегать или ползать. Бегать вас услышат. Ползать. Так, нам сюда же вроде. Что ты там шаришься? Мух, я уже думал. Он в окошко нам стучится. Так, это, наверное, не там. Не туда мы пошли. Так, иди, что там хочешь.
выпорхнут на нас. И тут, наверное. Где-то здесь, но нам, по-моему, туда и надо. Аккуратненько, тихо. Так, ага, вон я вижу люк. Так. Глючит прибор. То, ё-моё, пипец. Тихо, ты нас не видел. Охренеть. Ух ты, ё-моё. Что делать? Ё-моё, отстань. Да блин. Что ты делаешь? Понятно. Да. Не знаю, что с ним делать. Давайте, наверное, попробуем пробежать. Если не получится, то тогда я уже в следующей серии попробую все это сделать, потому что много сил мы потратили. Так, нам надо постоянно налево, налево и налево. И попробовать. Люк этот у нас закрыт. Да. Сейчас что-нибудь придумаем.
нас еще какие-то комнаты, которые мы не заходили. Так, с каждым разом обнаруживаем все большее количество комнат. Двери. Попробую в этот раз как-то поаккуратнее. Доносятся где-то звуки девушки, но так я не пойму, где она находится. Классно, прозрачная дверь. Уже даже игра устала. Ну, значит, сейчас будем делать марш-бросок к лифту. Ну отстань. Что вы здесь делаете? Так, радует то, что они не бегают пока что. Так, ну здесь можно было нас и сохранить, но так как сохранение только по чекпоинтам, придется не налажать и пройти мимо чужого, который наглеет постоянно. Так, нам нужно
там. Давай, 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 давай. Открыто, открыто, давай, открывайся. Ну, блин, залазь. Уже проще. Там есть сохранение, главное только пройти туда. Зараза шастает. Попробуем опять пробежаться. Так, куда-то явно не туда. Вот сюда. На всякий случай. Так, сохранение. Где-то тут прям шарится. Так, нам нужно к инженерной, тут есть к космопорту, научно-медицинской. Научно-медицинской. Ага. Нам в эту. Ну, вроде сохранились. Ну, как будто ждет где-то. Так, все, закрываем. Надеюсь, нас сейчас направит куда нужно. Так, не, ну что, молодцы мы с вами. Очень даже, хоть и со второй попытки, ну, пробежали. Все время двигайтесь, но медленно и осторожно. Да, медленно, как раз тот случай. Надо текать с визгами и воплями. Какой-то парень. Истабай, центр Андроид. Рипли, Тейлор здесь. Угу. Сейчас я сохранюсь, а потом будете мне рассказывать. Как она? Я пойду гляну, что там найдется. Вы побудьте с ним. Попробую починить передачу. А что делать, если эта тварь появится? Прячьтесь. Несанкционированное проникновение. Транзитная линия отключена приказом Аполло. Так. Что-то мне не нравится этот звук.
Найти помощь для Тейлор. Найти медикаменты. Зоны сохранения. Ага. Ой, а нам далеко бежать. И мы это с вами уже сделаем, наверное, в следующей серии. Я еще раз сохранюсь на всякий случай. А, нельзя. Ну, в принципе, мы сохранялись. Вот тут в бункере. Очень даже хорошо. Так, все. Еще раз извиняюсь, что немножко подтупливал. Я надеюсь, когда вы оставите какие-нибудь очень-очень полезные комментарии, я буду стараться более аккуратно играть и более эффективно. Как говорится, ваше мнение важно для нас. Так что спасибо за просмотр. Встретимся в следующей серии. Все, пока.